меняется. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Предельная перегрузка. Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Мы вчера АФКшили. Не знаю, минут 10, наверное. Нашел какой-то отрядник там. Ау, там, типа, вы по рации общаетесь. Чуть там что-то писал в чат и ушел. Не дождался. А у нас сонный фарш. На только предельная перегрузка. И он по карте посмотрел, что никто не движется. И ушел. Предельная перегрузка. Нет. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Не, ну как я баптисты привязывал 200-го, мимо меня проехал там, 113-й, потом этот Динго. Я успел только это, РГшку сжечь, а пехота пробежала, даже вообще не прочухала. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Предельная перегрузка. Давай я на базу перепомнусь. А он сейчас на ремонт раздох. Застрял. Не, так поранил, в смысле, это ожил. Вчера случайно не писал. Владимир. Я не писал. Ну, наше приключение. Не, я забыл совсем, что я бандикап установил. Можно было нажать клавишу. F11 я сделал. Да я не думал, что так эпично будет. Там целая полнометражка. Там, если с учетом укрепов. Ну, можно было две по 10 минут сделать, и нормально. Звезды Ютуба. Там платная версия, ну, в смысле, есть крякнутая версия, я установил не крякнутая. И нажимаешь просто F11, она 10 минут записывает, потом еще раз 10, F11 нажимаешь опять. Да там есть крякнутая, я что-то решил, я крякнутый стал читать отзывы. Что-то там менее 100 человек использовали, думаю, не знаю, нахрен, а это там более 100 тысяч использовали, ну, ее. Думаю, что вирус будет потом все износить, опять все заново устанавливать. На. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка.
А тупо уходить от него, он хвост станет и разорвет, да? Так они, видишь, они вот очень хитро делают. Они нарезают круги с постепенным приближением к точке. И когда ты начинаешь над точкой кружить, получаешь уже не от них, а от кого-нибудь с точки по знаке. Я сколько раз замечал, пристраиваешься за ним хвост, увлекаешься этой погоней, а потом смотришь, ты уже на точке. Пробую зато набрать побольше. Увеличь обороты. У тебя, в смысле, пушек тоже нет? Ну, что-то там на точку пошел. Ты над базой пройдешь, джигиты все посрезают, и ты потом сядешь. На базе сидит на джигите, он же написал, я жду на базе, он ждет тебя на базе. Кайзер сидит на джигите, на базе. Давно уж сидит, ждет тебя, а ты все уходишь и уходишь. Предельная перегрузка. Прояви мастерство. Предельная перегрузка. Ждет, страдает. Сейчас на точку решил пройти. Высота опасная. Переведи в набор. Пошли. Еще один. Еще что-то пошло, и кашу помню. Высота опасная. Не верю, как ты сюда сидел. Где-то просто какая-то другая ракета, но не уверен, что ты сюда. Кто-то развернулся. Высота опасная. Listo.